тети, бывает дядя. И все знают, какая погода хорошая, плохая или нормальная. Они нам рассказывают, где хорошо или плохо. Он говорит, погода хорошая она или плохая, или нормальная. Это такая профессия. Одеть нам шубу или куртку. Это тот человек, который говорит нам, будет дождь, солнечно. Если он скажет, будет холодно, то тогда надевать шубу и шарф. Сначала идет интересная информация, а потом идет реклама.